В перинатальном центре «Мама» прошел первый в России день беременных. Эксперты из федерального центра отмечают, в будущем этот праздник должен охватить всю страну и проходить дважды в год. Мамины руки и мамино сердце – то, что всегда оберегает и непременно согреет. Ульяновский перинатальный центр «Мама» стал первой в России площадкой, где прошел день беременных. Кроме концертной программы, для пациенток прошли занятия по подготовке к родам и грудному вскармливанию. А с экрана к будущим мамам обратился представитель демографической платформы РФ. Именно вот с Ульяновска эта инициатива пойдет по всей нашей стране. Я уверен, что в ближайшее время этот праздник станет не просто ежегодным, а он станет проводиться раз в полгода, чтобы каждая беременная могла в нем поучаствовать. Федеральный эксперт отметил, для беременных должна появиться система дополнительных мер поддержки, например, скидочные программы на необходимые товары и услуги для будущих мам, а еще программа в вузах с послаблением графика учебы для студенток в положении. Также в городах России предлагается размещать социальную рекламу, где присутствовал бы образ беременной женщины. Вот когда мы всецело женщину окружим этой заботой, желание беременеть, да, радоваться и гордиться своему состоянию, будет намного больше. Главная цель наша – это изменение демографической модели поведения нашего населения, чтобы деток у нас было больше и нас было больше. Те, кто уже ждет малыша, отмечают, что сегодня важно переломить тенденцию, когда женщины вместо семьи выбирают карьеру. Чаще всего выбор падает в сторону карьеры. И очень жалко, потому что ни одна должность, ни одни регалии не заменит вам счастье улыбки вашего малыша. И очень многие девочки просто боятся быть беременными, бояться тоже совершенно не нужно, потому что в нашем пути главное заручиться поддержкой опытных рук, заботливых врачей, например, как в этом перинатальном центре. Работа Ульяновского перинатального центра направлена на то, чтобы все роды проходили благополучно, а дети появлялись на свет здоровыми. Но в случае, если избежать осложнений родов все же не выходит, малышам здесь всегда готовы незамедлительно оказать квалифицированную медпомощь и провести все этапы реабилитации. Артем Петров и Александр Расохин. Вести. Ульяновск.